Итак, всем привет. Как и обещал, попробую в реальном режиме снять первый ролик. Вот. Не знаю, видите меня или нет. Короче, я перешел режим профессионализма. И давайте переключим камеру. Вот она, моя коляска родная. Вот. И покажу странные ролики. Ну, не знаю, короче, я провожу сейчас эксперимент. Ну, не знаю, он как-то сзади должен быть более-менее отчетливым. Не знаю, ну, знаете, это мой первый контент. А теперь вот в таком образе, не знаю. Ну, Рус, короче, я хочу тебе сказать спасибо, во-первых, да? Вот, это не просто ролик, а это как бы тестовый режим. Вот, я не знаю, ставить музыку или нет, но, короче, я буду экспериментировать, добавлять всякие закорючки, буду, вот, думать, что дальше, вот, так как никто меня не смотрел уже. Вот именно в таком режиме я буду обязательно больше с вами общаться через вот профессиональную камеру, как вы теперь видите. Вот, не знаю, реклама видна? Если не видна, значит все отлично. Вот я положил камеру, и у меня звук идет через headset. Вот, покажу вам Powerbank. Не знаю, советовать, не советовать, решать вам. Вот он у меня стоит. Вот у меня Powerbank, фирма у него Intensa. Вот. Вот Intensa. Не знаю. Сфокусируется, не сфокусируется. Вот, фокус на эту фирму. Вот, ребята, Powerbank. Вот. А вот и я сам. Не знаю. Короче, получается, забавно. Так что, ребята, давайте. Забегайте. Так. Что у нас еще тут есть? Негатив. Далее, что тут у нас? О, даже такой фон есть. Охуеть. Охуеть. Ребята, это просто жесть. Не знаю. Вот как вы видите, цвета есть. Вот красный отлично выделяется. Вот видите. Эти полоски, это подушки. Вот. Даже здесь видно что-то. Короче, спасибо вам за просмотр. Залетайте на мой YouTube канал. Будем там.